Всем привет, и сегодня на обзоре реально серьезное точило на радиоуправлении. Но вначале мой долг сообщить, что на канале проходит розыгрыш вот такого умного браслета от Xiaomi Mi Band 2. Условия участия элементарные и находятся в описании под этим видео. А теперь продолжим. Вот она, красавица. Приехала эта точила из магазина RC Moment. Это крупный магаз по продаже радиомоделей, RC моделей. Игрушка эта серьезная, для взрослых деток. Я бы даже сказал, для пожилых детей. Потому как штука эта нелегкая. И эта гантелька весом 1.5 килограмма может нестись со скоростью 30 км в час. Если быть точнее, до 35. Даже не знаю, что будет, если такая дура влетит кому-нибудь в ногу на полном ходу. В комплекте аппаратура, зачем-то переходничок с китайской вилки на евровилку, блока питания здесь нет для заряда аккумулятора, но аккумулятор можно заряжать с помощью вот такой вот USB зарядки. Это как бонус, ну хорошо. Отвертка, баллонник, баллонный ключ и инструкция, из которой можно узнать, что машина эта полноприводная. Кстати, это очень важно, потому что полным приводом управлять намного легче, чем моноприводом. Есть защита от брызг IPX4. Это означает, что на этой машине можно гонять по лужам, но ни в коем случае не топить ее в реке или в озере. Присутствуют металлические детали, шестерни, подшипники. Машинка имеет сервопривод, какой-то скоростной моторчик и пневматические шины. Серьезно? Масштаб 1:2 и работает на частоте 2,4 ГГц. Очень подробная инструкция, куча опасений. И здесь открывается каталог, как вот знаете, когда на машину выбираешь запчасти, да, где-нибудь в интернет-магазине. Прикольно. Кстати, в этом магазине RC Moment можно все запчасти эти купить. Аккумуляторы, сервопривод, покрышки, антикрыло, спойлер, болтики, скрепочки. Давайте подробнее по машинке. Водитель, кстати, уже в комплекте. Бедняга, его прям запаяли туда. И несмотря на то, что он в шлеме, видно же, что вот он грустит, да, вот как-то расслабился и грустит. Ну да, в принципе, когда ты водитель такой машины, так и должно быть. На первый взгляд может показаться какая-то некачественная корка, но на самом деле это просто защитная пленка, которую надо просто снять. Ну вот другое дело. Итак. Корка с каркасом, с дополнительным. Ну такая довольно прочненькая, кстати. Сюда можно приколхозить дополнительные светодиоды и вывести провода в специальный разъем. Вот сюда дополнительно можно подключить вот эти самые фары с крыши и второй разъем для фар вот этих. Здесь тоже нет светодиодов, но для умелых рук, я думаю, это не проблема. Пузо у этой машины закрыто каким-то мягким материалом, вспененное что-то. Наверное, служит и защитой, и в то же время в воде, я думаю, не даст утонуть вот этим 1.5 килограмм. Кнопка включения-выключения имеет силиконовую защиту. Аккумулятор у машины 1500 мАч, 7,4 вольта, которого должно хватить примерно на 15 минут удовольствия от управления этим автомобилем. Аппаратура тут очень простенькая, такая очень дешевенькая, как не от этой машины, если честно говоря. Питается она тремя пальчиками батарейками. Неплохие, кстати, аккумуляторы. Кому интересно, оставлю тоже ссылку. Включаем машину. К кнопке включения подлезть без проблем можно. Постоянно срабатывает серво, которое выравнивает колеса. Также можно подстроить это вот этим. Включаем. Вот этим триммером можно подстроить передние колеса. Выровнять. Крутилка приятная, покрыта таким вот мягким материалом. Так, в общем, пора на улицу. Не нервничай. Ну и перед вседорожными трэш-покатушками совсем немного рекламы. Если ты любишь смотреть распаковки и обзоры интересных товаров, то рекомендую тебе подписаться на канал Серега Посылыч. Интересный разнообразный контент точно не даст тебе заскучать. Ссылочка в описании.
Я тебе тут такой контент снимаю. Да? Да. Вот контент тебе. Теперь мы. Давай. Братор от бомбы. Получилось или нет? Нет, давай еще. Нет! Так хорошо пошла. Владимир. Ну что за нас? Давайте быстренько ее раскрутим и заглянем. Уже есть базовая влагозащита, все засиликонено, радиатор. Металлический карданчик. Шестерни привода здесь металлические. И здесь металл. Но разбирать, честно говоря, лень, чтобы показывать. Повсюду сеточки от каких-то мелких камней. Подвеска работает за счет вот этих красных пружин. Амортизаторы тут бутафорские, игрушечные и пластиковые. И привода, или так называемые полуоси, они тоже пластиковые. Как спереди, так и сзади. Вот здесь даже лучше видно. Не знаю, насколько это будет критично и долговечно, недолговечно. А ну-ка. А, смотрите, тут уже металл. Ну, в общем, я думаю, что не развалится. Послужит, я думаю, послужит. В целом, игрушка базируется как бюджетный вариант. Если бы здесь все было металл, это был бы, конечно, премиум, ну и стоило бы оно других денег. А сегодня штука эта стоит, по-моему, $84. Но под видео я оставлю вам два купона. Один дает скидку 10% на все товары магазина RC Moment, а второй дает скидку $15, если доставка какого-то покупаемого товара будет в Россию. Дискриминационный, конечно, купончик, но очень выгодный. Ну, в общем, пользуйтесь на здоровье. Еще раз повторюсь, что огромный плюс — это то, что машина полноприводная. Покупать неполноприводную машину, я думаю, даже смысла нет. Ну а у меня на этом все, друзья. Кому понравилось видео, не забывайте ставить пальцы вверх. Это отличная поддержка для меня. Заходите в группу ВК в гости, оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока! Давай! Да! Блин! Нифига она гребет. Все.